Всем привет! С вами Жанна. Готовлю по книге о вкусной здоровой пище. Треска с картофелем и луком. Понадобится треска, у меня уже филе, картофель, лук, помидоры, зелень, у меня укроп, вода, масло, уксус, перец и соль. Нагреваю сковороду с маслом. Нарезаю. Нарезаю тоненько. Обжариваю. Пока жарится, нарежу помидоры. Солю. Слегка до золотистого цвета. Убираю в сторонку. Нарезаю картофель. Обжариваю картофель. Пока картофель обжаривается, порежу рыбу. Пока жарится картофель, выкладываю лук. Кладу кусочки рыбы. Солю. Вкладываю помидоры. Опять солю, перчу. И уже как. Еще раз посолю картофель. Накрываю фольгой. Ой, еще водой надо немножко сбрызнуть. Не просто холодная вода. Разогреваю духовку. На 180 градусов. Вставляю запекаться.
запекалась 2 часа. Посыпаю укропом. В рецепте сказано, что надо полить уксусом. Но я думаю, что я не испорчу вкус, если я полью бальзамическим таким уксусом. Треска с картофелями и луком готова. Приятного аппетита!